Вот сейчас я вам покажу свою новую покупку. Это вот такой вот красивый чайник. Вот. Вот на этой панельке находятся кнопочки, которые просто разогревают. Справа кнопка, которая просто разогревает воду. А слева кнопка, которая подогревает, которая просто подогревает воду. А кнопочки плюс и минус выставляют температуру. Вот такой вот красивый чайничек. А вот это вот. Вот это вот. Это ситечко. Вот такое вот ситечко красивое. В нем, кстати, в этом ситечке можно заваривать чай. Да, вот такая вот красивая. Да, вот очень красивый чайничек. Сейчас я вам покажу, как он загорится. Нет, не загорелся. Вот. 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 Вот, загорел. Заработал. Слышите шум? Вот он заработал. Начинает, закипает вода. Очень красивый рисунок. Точки очень красивые. А еще у меня есть утюг. Вот такой вот красивый утюжок. И утюг, и... Ой, извините. Утюг и чайник, они одной фирмы. Фирма Витес. Вот, вот, вот такие. Вот. У утюга есть две кнопочки. Вот это вот, на которой я палец держу. Вот. Она пар. Это пар пускает утюг. Вот это вот, вторая кнопка, на которой держу палец. Это... Сейчас. А, это выпускает водичку. Вот отсюда вот идет водичка. Вот с этой синенькой. Вот. Вот с этой синенькой. Вот. Тут идет вода. Такая вот красивая подошва. Вот. Тут вот переключатель режимов. Такой вот провод. Это паровой утюг, кстати. Да, вот такой вот красивый паровой утюжок фирмы Витес. Удобная ручка. Он не прям, чтобы такой... легкий, но и не тяжелый. А еще я недавно купила вот такой вот себе съемный диск для своего любимого ноутбука. Очень нужная вещь, она пригодится в мне она просто необходима, потому что у меня на ноутбуке очень много ненужной информации. Да, вот такие вот мои обновочки, новые покупочки. Да, вот такой вот. Всем спасибо, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И, пожалуйста, оставляйте вопросы под видео, чтобы я на них обязательно отвечу, также в видео. Всем спасибо, пока-пока-пока!